Друзья, не успел я продрать глаза, как сами можете заметить, и уже вышла у нас iOS 14.5 бета-3. Где-то спустя пару часов назад, в данный момент, когда я записываю, сейчас 8 часов 43 минуты, то есть в 6 часов утра почему-то выпустили это обновление, по нашему времени, конечно же. Что у нас в новом обновлении? С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Так, дорогие друзья, ситуация такова, что обновление у нас всего одно по факту. Это добавили в Find My Phone отслеживание метки AirTag. Это единственное обновление, которое у нас было в этой прошивке. Оно не так много весит, до 500 мегабайт, в зависимости от вашего, конечно же, устройства. На этом обновление, в принципе, заканчивается. И я, скорее всего, думаю, что будет еще одна бета, и это уже будет релиз Candidate, и выйдет релиз. Стоит ли обновляться? Будем говорить об этом потом уже, когда будет релиз. Сейчас я не рекомендую обновляться. Сейчас я рекомендую вам посмотреть скорость работы на открытие-закрытие приложений. Просто для себя иметь это представление, понимание, как она в данный момент работает. Об автономности, конечно же, поговорим завтра. In the basement, it's nothing to ride out and leave them wasted. At 15, they said I was major. My own whip, fresh J's in the pager. Hung with my elders, express my anger. All wisdom is welcome, I'm built for aging. What you see is only the caging. Got a mental mask, that's a money locator. Right by the bar, people behavior. Rounding it up, now I'm burning the tables. I'm knowing they hating, they mad, they ain't in my arrangements, cause I get money, I make money, I spend money and then I flip money. Clockwork, 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 turn it around. I flip money, I spend money, I make money and then I get money. Clockwork, 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 turn it around. Fresh on my toes, ready for a long night. Bud Light Lime with a bumpy face like ice. I'm a sip. Подписка, лайк, комментарий, делитесь с вашими друзьями. Всем пока!